поймите, что есть желание, а есть, вот, ну, как бы есть желание. Вот, допустим, если я хочу дышать, это желание или потребность? Это потребность. Ну вот вы сейчас вот мне, вы мне задаете вопрос, вы когда учиться начали? Сколько месяцев назад? Когда учиться начали? Я начала учиться с осени этого года. С осени этого года. То есть вы вспомните себя в августе. У вас была подавленная психика, вам трудно было даже заснуть, вас уже трясло. Как только пошли на учебу, вам стало легче. Так ведь? Стало. Ну, то есть это значит, это не желание, а это потребность, получается. Вы были истощены, и сейчас вы восстанавливаетесь. Так? Так, это так. Ну, то есть вы сейчас бросите институт, то что дальше будет? Такая же история, вам будет все тяжелее и тяжелее. Поэтому надо учиться дальше, не успевать на учебе, извиняться перед преподавателями, вот, и выживать там потихонечку как-то, и учиться дальше. И ухаживать за малышами. И не станет тяжелее, но раз. Мы детям от того, что я пошла. Вашим детям? Да. Нет, не станет, нормально все будет. У вас есть родственники? Мама, папа, там кто-то еще? Может, кого-то пригласить, чтобы вам помогали? Мама, очень поможет, потому что все рабочие. А его? А с другой стороны, в СПБ нет родственников. Вот. Ну, пусть приедет кто-то, поживет здесь. Нет, кого же? У кого? У них? Да, с родственников, то есть с родственников. Бог даст вам помощь. Помолитесь. Хорошо.